Бүгінгі таңда сумен жабдықтау және су бұру саласында су арналарын инвестицияларды қаржыландыруға өзіндік көздерін төмен деңгейі, сәйкесінше активтердің тозуын жоғары деңгейі, желілердегі көп су шығындары мен және сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін төмен сапасы байқалады. Бұдан басқа, сумен жабдықтау және су бұру саласында жалақының төмен деңгейін мен кәсіпорындағы менеджмент деңгейін жақсарту қажеттілігімен сипатталады. Осыған байланысты, сумен жабдықтау мен су бұру объектілерін жаңартуды және жөндеуді жүргізудің, сондай-ақ осы салаға инвестицияларды тартудың және олардың көлемін арттырудың мақсатында министрлік табиғи монополияларды реттеу және құрылыс және тұрғын үй шаруашылық істері агенттігімен бірлесе отырып, Қазақстан Республикасының 2013-2015 жылдарға арналған суға тарифтерді белгілеуінде жаңа механизмдерді ендіру бойынша кешенді жоспардың жобасын әзірледіп отыр. Проект комплексного плана предусматривает: первое — внесение РМ изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты, особый порядок формирования затрат и инструкцию по расчету ставки прибыли в части изменения методологии формирования тарифов на услуги водоканалов. Второе. Обеспечение АДС ЖКХ РМ и местными исполнительными органами проведения водоканалами переоценки основных средств. Третье. Обеспечение АДС ЖКХ и местными исполнительными органами предоставления водоканалами в РМ заявок на утверждение предельных тарифов. Четвертое. Утверждение РМ предельных тарифов на услуги водоканалов. При этом необходимо отметить, что утверждение предельных тарифов с применением новых механизмов тарифного образования начнется уже в 2013 году. Также комплексный план предусматривает, что министерством совместно с РМ и АДС ЖКХ будет продолжена работа по выработке новых подходов формирования тарифов на услуги водоканалов, результаты которых будут презентованы в правительстве по поручению Сергея Евгеньевича, которое вы нам дали в мае 2013 года. В целом реализация комплексного плана обеспечит: первое — переход водоканалов на предельные тарифы, что в свою очередь позволит водоканалам увеличить объем инвестиций, провести модернизацию и ремонт сетей, снизить износ основных средств, потерь, а также обеспечить стабильность и предсказуемость тарифов. Второе. Включение тарифа водоканала амортизации в полном объеме, сложившейся в результате переоценки основных средств. Это позволит увеличить уровень амортизации в тарифе на услуги водоканалов, являющийся одним из источников финансирования инвестиционных программ. Третье. Увеличение прибыли в тарифе водоканала до 30%, что даст возможность для формирования дополнительного источника инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения. Четвертое – это соответствующее увеличение фонда оплаты труда всего персонала, включая административного и производственного персонала вместе. Это позволит сохранить квалифицированные кадры водоканалов, привлечь новых специалистов, в целом улучшить качество менеджмента и, соответственно, качество оказываемых услуг. Проект комплексного плана сегодня согласован со всеми заинтересованными государственными органами, а также 16 базовыми водоканалами –